А вот до отставки главы Укрзалезницы Войцеха Бальчуна сегодня в Кабмине не дошли. Хотя, как ранее сообщал министр инфраструктуры Владимир Амелян, еще вчера этот вопрос был в планах. Напомню, контракт с польским легионером истек еще 5 июня. Зато настоящий фурор в соцсетях произвела статья в корпоративной газете Укрзалезницы. В материале под заголовком «Любовь в дороге» описываются правила безопасного секса в поездах и электричках. Для многих пассажиров стало открытием, что, оказывается, перед тем, как заняться любовью, следует попросить у проводника страховочные ремни, которые предохранят вас от падения и травм. Вот так вот Укрзалезницы о нас с вами заботится.